Привет, мои... Всем привет, мои зефирочки. Или не зефирки. Сегодня мы будем играть в игру под назв... по игру Метро 2. Да. Ну что ж, Что погнали. Москву защищают, а не свои задницы? И что за ковчег? Если Артем поймает позывные, все узнаешь. А Смысл? если нет, то и говорить не о чем. Смысл? Ты думаешь, этот ковчег все грехи спишет? Нет, но если есть идеи, что делать, Ребята, милости прошу. ой, Да, мои есть. зефирочки, Найти место, сегодня там, мы где будем их играть в закроют. игру по игру метро, да. Везде. Как Артем мечтал. Врагу Да, все это я уже оставь. говорила. Отличная идея. Знаешь, давай пока решать наши проблемы, а не всей Москвы. Ладно. Как там дела, Артем? Не нашел? Здесь же... Срубят Да, черт пчела летит. радио. Главное было сохранить маскировку и ставь себе. Да, он дорог тебе не был. И жизнью всех, ты понимаешь, всех жителей метро. О чем тут вообще думать? Как там, Артем, ищешь? Давай, работай. Ты и про меня тоже сказал бы. И про себя. Я всю свою жизнь положил на то, чтобы метро выжило. Понимаешь, всю жизнь. Всем, Я кто ни служит секунды не назначению, колебался всем, бы. кто хранит веру И и присягу, сейчас пойду на объявляется все. общий сбор. Ну-ка, ну-ка, это что? Код 1811-79. Всем слушать. Ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект «Ковчег» — это Надо целый как-то подземный выйти, город. блин. Огромные Да как запасы это руки? техника, лучшие специалисты. Это же девочка. Это... Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете? А женщины там, кстати. Но название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Зари и крейсер... А как вы сами знаете чего? Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Аврора. Вообще норм. Но крейсер чего? Да за Аврору. За Аврору. Отлично. Я так и знала, что за Аврору. Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, нет, нет, отстань от меня, отстань от меня, девочка! Ермак, полный... О, так. Ты, Леша? Ох, Алечка, сдала такую стрелу в сердце. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, явилась настоящей Члены экипажа, что ли, как Ее дал нам сигнал не армейского командования. Оказывается, все они спали. Теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных шансы армий. Получат ответ. Каковы шансы получить ответ? Поняла. Вот это будет серия у нас. Слышите? Звук. Приятного просмотра, ребят. Ты как, родной? Ничего не застудил? Я немного. Меня нельзя. Как думать? Отец только и думает об этом. Как за жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Я не хочу ехать. Нет, нет.